14 сентября отметил свой 80-летний юбилей любимый диктор, легенда телевидения Игорь Леонидович Кириллов. Накануне этого праздника я отправился в гости к нему домой и честно признаюсь, что шел туда с волнением. За последние годы Игорь Леонидович потерял близких людей. Не стало его супруги, умерла сестра его жены, с которой он был очень близок, и умер его любимый сын. Поэтому у меня было легкое волнение, когда я звонил в дверь, но то, что я увидел в квартире Игоря Леонидовича, потрясло меня. Внимание на экран. Здрасте. Ой, боже мой, как я рад видеть, Андрюша. И везде цветы, в подъезде цветы, на этажах цветы. Татьяна Александровна, она безумный садовод, вы знаете, она обожает цветы. А кто такая Татьяна Александровна, можно познакомиться? Татьяна Александровна – это мой дружок. На данный момент она человек, который проявляет большую заботу обо мне, хотя я не стоит, не достоин. Ну ладно. Просто действительно Татьяна Александровна мне помогает как-то вот так... Как это сказать? Нормально. Сегодня 8 месяцев, как мы живем вместе. Так, ну что, идемте. Думала, что жизнь такая бывает только в кино и в книжках, а оказывается, это произошло со мной. Он для меня был всегда эталоном. Его голос был, это все. Если надо будет за него, я могу и сердце за него отдать. У нас 34 года разницы. Его очень беспокоило то, что такая разница в возрасте. Но смотрю, с каждым днем он говорит об этом все реже и реже. Главное – поверить в то, что существует любовь. А сколько тебе лет – это уже важно. Встречаем народный артист СССР Игорь Кириллов и его спутница Татьяна Бабейко. Ну что, Анна Николаевна, поздравляйте своего коллегу. Или вы в шоке? Ой. Мы рады, мы любим, мы счастливы, что вы живы и счастливы. Спасибо, милый. Спасибо. Выражение есть народное. Маразм крепчает с возрастом. А у него с возрастом не маразм крепчает, а юмор его веселый. Я его не узнаю. Ведь я знаю, познакомилась с Игорем Леонидовичем в 59-м году. И вот уже более я буду оперировать не цифрами, а веками. Да. И вот уже более полувека мы с ним на передовой. Так, Игорёк? Молодцом. Молодец. Мне кажется, Таня, вы должны рассказать, как вы познакомились. Я просто остался один. Потому что, одному очень трудно как-то жить. И я попросил Татьяну Александровну, чтобы она подсказала мне рецепт, как варить макароны. Она говорит, не надо, я лучше к вам приду и покажу. И сама сделаю. Ну что, давайте, приходите, конечно. Она показала мне. Ну, и мы попробовали, очень вкусно получилось. Я думаю, как вкусно, как хорошо. Он совсем остался один. У него никого здесь не было. И я пришла к нему в гости и увидела его глаза просто пустые. И вот с того дня я так отсюда и не ушла. Таня, все-таки не могу не спросить вас, извините, Игорь, а как вот ваша жизнь изменилась после того, как полностью вы стали ухаживать за мастером? Жизнь стала очень размеренная, спокойная. Больше заботы. Прежде всего, его здоровье. Это на первом месте стоит. И быть как можно больше рядом. Многие даже, наверное, так и думают, что мне нужна его квартира. Но я сразу ему сказала, ни квартира твоя мне не нужна, ни машина. Мне ничего не надо, у меня все есть.
И я ему все время говорила: тебе что, стыдно со мной идти? Он говорит: ну что ты, это тебе, наверное, стыдно со мной. Я говорю: мне нет. Таня хорошо готовит, я уже выяснил это. Значит, макароны прекрасно. Значит, танцует. О. Поет. О. Нет, вы знаете, она все очень может делать талантливо, очень хорошо. Она очень скромная, очень... Ну, вы знаете, удивительно добрый и отзывчивый человек. Поэтому, ну, в общем, такому старому уже... А нет, я имею в виду участнику... Куликовской битвы. Куликовской битвы. Нужно иметь действительно очень большое мужество, терпение и, в общем, удивительную душу, сердце, чтобы... терпеть его, участника. И мы должны сказать, что Игорь Леонидович не так давно стал не только дедушкой, но и прадедушкой. Да? Да! Не пугай. Трое. Да. Я хочу, чтобы вы представили сейчас нашего следующего героя. Как песня года. Вы же вели песню года 71, 72, да? Да. Прям с радостью какой-то ностальгии объявляю, что перед вами выступит замечательнейший народный артист Украины Николай Гнатюк. И это подарок вам! Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в звездном небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера.